Привет всем любителям комедийных драм. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Психологини», второй сезон. Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Еще до премьеры «Психологинь» было объявлено, что у сериала будет продолжение. Нужно отметить, что это определенный риск создателей. Ведь обычно решение о том, продлевать проект на второй сезон или нет, принимается после того, как станут известны рейтинги первого. Вариаций на тему секса в большом городе и подруг в поисках любви в большом городе было снято немало. Но «Психологини» получились очень уж симпатичными. Тут должное нужно отдать исполнительницам главных ролей. Ане Старшенбаум, Анастасии Паниной и Софье Каштановой. Во многом, именно благодаря им, первый сезон «Психологинь» попал в рейтинг лучших сериалов 2017 года. В общем, создатели сериала не прогадали со вторым сезоном. Съемки стартовали в сентябре 2018 года. Режиссер Андромеди, как и в первом сезоне, выступил Роман Фокин, известный по работе над такими проектами, как «Светофор», «Крыша мира», «80-е игрушки». В новом сезоне «Психологинь» героини продолжат поиски мужчины мечты. Так Татьяна в исполнении Анастасии Паниной решила завоевать собственного босса, которого сыграл Кирилл Кяро. Появится в сериале новый объект любви легкомысленной Алины, Анны Старшенбаум. Молодой человек, которого сыграл Матвей Зубалевич, известный по сериалам «СТС Молодежка» и «Краб», воплотил на экране образ ловеласа-спортсмена.